Добрый день, друзья! С вами Константин Хмелевский, социальное агентство недвижимости «Испания», город Торревьеха. Сегодня я расскажу вам анекдоты про каталонцев. Испанцы являются патриотами своей страны и не очень-то жалуют другие страны. Поэтому и в анекдотах они не выходят за пределы национальных границ. И если, высмеивая скупость, в России рассказывают анекдоты про евреев, то испанцы рассказывают такие анекдоты про каталонцев. Ну и помимо анекдотов, вы можете посмотреть на испанские пейзажи. Желаю вам приятного просмотра и прослушивания. Идет каталонец и видит монету в 20 центов, валяющуюся в грязи. Каталонец впадает в глубокое раздумье и никак не может решить, стоит ли пачкаться из-за такой суммы. И вдруг его осеняет. Он вынимает из кармана монету в 50 центов и бросает ее туда же, где лежит первая. Затем без всяких колебаний лезет в грязь и достает обе монеты. Потому что из-за мелочи пачкаться действительно глупо, а 70 центов – это уже деньги. К каталонцу, сдирающему обои со стен своей квартиры, заходит в гости приятель и спрашивает: «Что, решил наконец-то ремонтом заняться?» «Нет, я переезжаю». На улице встречаются два каталонца, один из которых ведет под руку свою престарелую мать. «Привет, как жизнь?» «Да вот, мать у меня совсем оглохла и ослепла. Ну надо же, к врачу ее ведешь?» «Нет, идем подать заявление, чтобы ей отключили свет и телефон». С вами был Константин Хмелевский, социальное агентство недвижимости «Испания», город Торревьеха. Заходите на наш сайт, ссылка под видео. Поможем подобрать вам недвижимость в Испании, либо проверим выбранное вами жилье на юридическую и криминальную чистоту. До новых встреч, друзья!